Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacya Deshatarine Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavan Ebyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So we're going through Nectar of Devotion, and we're up to chapter 15. We're hearing about spontaneous devotional service, which is commonly known as Raganuga Sadhana Bhakti. Итак, мы читаем 15 главу Нектара преданности, которая называется спонтанное преданное служение, которое известно под названием Рагануга Бхакти. And we're on chapter 15, we're hearing about sensual attraction. И мы читаем о чувственном влечении. Okay, you can begin from there. Такое горячее желание служить Господу проявляют обитатели трансцендентной земли Враджа и сильнее всего гопи. Любовь гопи Кришне настолько возвышена, что иногда, чтобы мы могли составить о ней некоторое представление, ее называют вожделением. Автор Шри Чайтанья Чаритамриты Кавираджа Кришнадас так объяснил разницу между вожделением и стремлением служить. Под вожделением подразумевается желание удовлетворять свои чувства, а под трансцендентным желанием – стремление служить чувствам Господа. В материальном мире никогда не бывает, чтобы любовник стремился удовлетворить чувства своей возлюбленной. По существу, каждый в материальном мире хочет удовлетворять главным образом собственные чувства. Однако у гопи не было никаких других желаний, кроме желания удовлетворять чувства Господа, что не встречается в материальном мире. Поэтому, когда ученые описывают экстатическую любовь гопи к Кришне, уподобляя ее материальному вожделению, это, разумеется, нельзя понимать буквально. Это не более чем попытка описать и понять их трансцендентное состояние. Okay. So, Srila Prabhupada is explaining to us that the desires, the lusty desires of the gopis is nothing to do with the material world. И Шрила Прабхупада здесь объясняет, что вожделение гопи не имеет ничего общего с вожделением материального мира. We all know in the material world, when we have a relationship with a lover, then we're thinking about our own sense gratification. И в материальном мире, когда мы находимся в отношениях с любимым человеком, мы все думаем о своем собственном удовлетворении. We're not thinking about giving pleasure. So we're not thinking much about giving pleasure to the other person, but we want to enjoy ourselves. Мы не особо задумываемся над тем, чтобы доставить какую-то радость другому человеку, мы в основном думаем только о себе. So that is actual lust, and we all have lust in our heart, and the lust is that desire to dominate and to enjoy the objects of the material world. И на самом деле это вожделение, и вожделение – это желание контролировать и наслаждаться объектами материального мира. But for the gopis, their desire is not for their own pleasure. Their desire is simply to please Krishna. Но желание гопи – это желание не удовлетворить себя, это желание удовлетворить Кришну. An example is there in Lord Chaitanya's Shikshastikam prayers, the final verse. И пример приводится в последнем стихе Шикшаштаки, который произносит Господь Чайтанья.
Lord Chaitanya prays, Asli Shava Padaratam Panastumam Adarshanam Marmahatam Karotuva Yatatata Vavidadatu Lampato Matprananatastu Saevanaparaha. Lord Chaitanya's prayer is that even if you hand, even it's a prayer offered to Lord Krishna, and it's actually in the mood of Srimati Radharani. Это молитва на самом деле Господа Кришны, который находится в настроении Шримати Радхарани. So Shrimati Radharani is praying to Krishna that even you handle me roughly in your embrace, or you may make me broken-hearted by not being present before me, but you are always my worshipful Lord unconditionally. И Шримати Радхарани молится. Для меня нет иного Господа, кроме Кришны. Он останется им, даже если грубо обнимет меня или разобьет мое сердце, не появляясь передо мной. So in the verse of the Shikshastikam, Shrimati Radharani uses the word lampata. Lampata means one who is a womanizer, one who runs after many women. And she describes Krishna like that, that he's very attracted to other women. He's not just faithful to her. И здесь в этом стихе употребляется, Шримати Радхарани употребляет слово лампата. Лампата — это значит тот, кто бегает за другими женщинами. И это значит, что он смотрит на других, но он не смотрит в ее сторону. We know in the material world, if a woman has a husband, and that husband is always going to other women, then she's not very happy. She knows my husband's not very faithful to me. И мы знаем, что в материальном мире, когда женщина замужем, а ее муж ходит по другим женщинам, то эта женщина несчастна. И он знает, что она знает, что муж не верен ей. But in the Shikshastikam, Srimati Radharani is praying that if my being unhappy makes you happy, then that is my happiness. И в Шикшастике Шримати Радхарани молится, она говорит, что если мое несчастье делает тебя счастливым, тогда это доставляет мне радость. In the material world, men and women, they say, you should make me happy. В материальном же мире мужчины и женщины говорят, ты должна приносить мне счастье. But in the spiritual world, everyone wants to make Krishna happy. Но в духовном мире каждый хочет сделать Кришну счастливым. So there's a big difference. So although the gopis have what appears to be like lusty desires, it's not like the lust of the material world. И хотя кажется, что гопи охвачены желанием вожделения, тем не менее, это не то желание вожделения, которое мы имеем в материальном мире. So we have to understand very clearly the distinction between the gopis and ordinary take people of the material world. Поэтому мы должны четко понимать разницу между гопи и обычными людьми материального мира. So although they use the term the lusty desires of the gopis, it's just they just try to help us to understand something of the transcendental situation, but we shouldn't take it as actual lust as we know it. И хотя здесь используется слово «вожделение», с помощью него нам просто хотят донести эту трансцендентную обстановку, но тем не менее мы не должны понимать это слово буквально, как мы понимаем это в материальном мире. It appears like it's lusty desires, but it's the highest spiritual desire. Это выглядит как вожделение, но это на самом деле высшее духовное желание. And it gives great pleasure to Lord Krishna.
И оно доставляет Господу Кришне огромное удовольствие. We should remember, Lord Krishna is the supreme enjoyer. Мы должны помнить, что Господь Кришна верховный наслаждающийся. And he enjoys, just as in the material world, we will enjoy having affairs with the other sex. So Lord Krishna also enjoys like that. И в материальном мире мы наслаждаемся, когда мы взаимодействуем с противоположным полом, и точно так же и Кришна наслаждается этим. We follow Lord Krishna. Lord Krishna is the original enjoyer, and we're trying to compete with Krishna. И мы только пытаемся отражать Кришну, делать так, как он делает он. So we have to understand our actual position as servants of Krishna. Таким образом, мы должны понимать наше истинное положение как слуг Кришны. And we should understand that real love is actually there with Krishna. It's not in the material world. И мы должны понимать, что истинная любовь, она там, с Кришной, она не находится в материальном мире. Go ahead. Великие преданные, вплоть до уровня Удавы, находятся в очень близких дружеских отношениях с Господом, но и они стремятся следовать примеру Гопи. Отсюда следует, что любовь Гопи Кришне не имеет ничего общего с материальным вожделением. Иначе с какой стати Удава захотел бы следовать по их стопам? Другой пример – это сам Господь Чайтанья. После принятия саньясы, отречения от мира, он тщательно избегал общения с женщинами, но тем не менее учил, что нет лучшего способа поклонения Кришне, чем тот, который избрали гопи. Таким образом, даже Шри Чайтанья Махапрабху превозносил форму поклонения Господу, избранную гопи. Уже одно это свидетельствует о том, что влечение к гопи Кришне не имеет ничего общего с материальным вожделением, хотя на первый взгляд может показаться, что между ними нет разницы. Пока человек не достиг трансцендентного уровня, ему очень трудно понять отношения между гопи и Кришной. И поскольку они напоминают обыкновенные отношения между юношами и девушками, их нередко ошибочно принимают за обыкновенные сексуальные отношения этого материального мира. К сожалению, те, кто не может понять трансцендентной природы любовных отношений между гопи и Кришной, считают само собой разумеющимся, что эти отношения ничем не отличаются от любовных отношений в материальном мире, и потому иногда позволяют себе рисовать непристойные картинки в современной манере. Okay, so to support the argument that the love affairs of the gopis with Krishna is not material, we're told now that there are great devotees who follow that mode of the gopis in their love of Krishna. И мы понимаем, что любовные отношения гопи и Кришны – это не те отношения, которые есть в материальном мире, и возвышенные и преданные, они следуют по стопам гопи. One person is Uddhava, who was a very close friend. He was like the secretary of Lord Krishna. He was like an assistant to Lord Krishna in his different affairs in Dwarka. И один из них — это Удава, очень близкий друг Кришны, который был его секретарем и помощником во всех его делах в Двараке. And Udava was highly intelligent. He was a disciple of Brihaspati, so he was very, very intelligent. And Lord Krishna would often ask Udava for advice and ask him, "What do you think?" И Удава был очень умным, поскольку он был учеником Брихаспати, и Кришна часто обращался к нему за советом. А ты что думаешь по этому поводу? So Uddhava was sent by Lord Krishna at one point, because Lord Krishna had left Vrindavan and gone to Dwarka. So Lord Krishna sent Uddhava to go back to Vrindavan and to deliver a message to the gopis on his behalf. И поскольку Господь Кришна покинул Вриндаван и находился в Двараке, он отправил во Вриндаван Удавы, чтобы тот доставил сообщение для гопи.
So at that time when Uddhava came to Vrindavan, he was surprised to see the behavior of the gopis, and not only the gopis but all the residents of Vrindavan, how they had so much deep love for Lord Krishna. Когда Удава прибыл во Вриндаван, он был очень удивлен поведением гопи, не только поведением гопи, но и всех жителей Вриндавана, насколько они любят Кришну. Lord Krishna had written a letter particularly addressing the gopis, so Udava took the opportunity to read the letter to the gopis. И Господь Кришна написал письмо для гопи, и Удава воспользовался этой возможностью, чтобы прочитать это письмо гопи. And while Udava was reading the letter to the gopis, he could see Radharani talking to the bumblebee, addressing the bumblebee like he was a servant of Lord Krishna. While Udava was reading the letter, и пока в то время как Удава читал письмо Кришны, он мог наблюдать, видел, как Шримати Радхарани разговаривала со Шмелем, как с посланником Кришны. So he saw that the deep affection and attachment which the gopis had for Lord Krishna. Таким образом, он видел ту глубочайшую привязанность, которую гопи имели к Кришне. And he also, as he wanted to follow in the footsteps of these gopis. И он хотел идти по стопам этих гопи. And he prayed that Udava prayed that he could take birth as a plant or some grass in Vrindavan, and he could get the dust from the feet of the gopis. И Удава молился о том, чтобы принять рождение во Вриндаване как какое-нибудь растение или трава, чтобы на него попадала пыль со стоп гопи. Now Udava was not the only one who appreciated the gopis. The mood of the gopis was also very much appreciated by Lord Chaitanya Mahaprabhu. И Удава был не единственным, кто оценил умонастроение гопи. Его высоко оценил также и Господь Чайтанья Махапрабху. And Lord Chaitanya, he was a sannyasi, no woman could come near him. И Господь Чайтанья был сannyasi, ни одна женщина не могла подойти к нему. But he accepted the gopis as being the greatest devotees of Krishna. Но он выбрал гопи как величайших преданных Кришны. And Lord Chaitanya followed the mood of the gopis in the worship of Krishna. И Господь Чайтанья следовал умонастроению гопи, поклоняясь Кришне. And then another example is Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami, the son of Vyasadeva, he also praised the gopis. He also praised the gopis. И Шукадева Госвами, сын Ясадева, он также молился гопи. So Sukadeva Goswami, he was a brahmachari, a lifetime brahmachari, had nothing to do with women. И Шукадева Госвами, он был брамачари всю свою жизнь, он не имел ничего общего с женщинами. But he recognizes the gopis as being the very, very highest of all devotees of Krishna. Но тем не менее он осознал, что гопи находятся выше всех преданных Кришне. So we should understand that the attraction which the gopis have for Krishna is not of the material world. И мы должны понимать, что увлечение, которое гопи имели к Кришне, оно не имеет ничего общего с увлечением в материальном мире. The problem is that unless we are situated on the transcendental platform, we'll never be able to understand the pastimes of Radha and Krishna. Но проблема заключается в том, что пока мы не окажемся на трансцендентном уровне, мы не сможем понять игр Радхи и Кришны. And because we are full of lusty desires in our own heart, then we think the gopis and Krishna are also lusty.
И поскольку наше сердце полно вожделения, мы также думаем, что отношения гопи с Кришной и Радхарани с Кришной также полны вожделения. Because the whole material world is revolving around the sex attraction, the lust between men and women, so we think the same applies to the gopis and Krishna. И поскольку весь материальный мир вращается вокруг сексуальных отношений, вокруг вожделения, мы также переносим это на отношения гопи с Кришной. So we have to be very, very cautious in trying to understand the pastimes of Radha and Krishna. И поэтому мы должны быть очень осторожны и в понимании, в попытке понять отношения Рады и Кришны. But still, sometimes there are these nasty people who they will paint pictures of Krishna and the gopis, and they will make the gopis look very lusty women. Но тем не менее существуют люди, которые представляют отношения Кришны к Раде и Кришне как вожделение и рисуют непристойные картинки. They'll paint pictures of the gopis, and they'll dress the gopis in a manner, you know, which is very provocative, which arouses lusty desires, which think in a very material way. И они представляют гопи в таком виде, как будто, то есть они, их одежды очень провоцирующие, изображают гопи в провоцирующих одеждах, которые больше вызывают желание, вожделение. So we have to understand this is a very confidential subject matter. И мы должны понимать, что это очень личностный, конфиденциальный такой предмет для обсуждения. Therefore, before one can take up Raganuga Bhakti, before one can take up this mood of spontaneous devotion, one has to be very, very fixed in the rules and regulations of sadhana bhakti. И перед тем, как человек принимает эту Рагануга Бхакти, спонтанное преданное служение, он до тех пор должен быть очень сконцентрирован на выполнении всех правил и предписаний садхана бхакти. Go ahead. С другой стороны, чувство Гарбуни и Купджи, которая в порыве экстатической любви тоже возжелала Кришну, следующие ученые называют почти вожделением. Ее влечение к Кришне было сродни мирскому, поэтому ее любовь нельзя приравнивать к любви гопи. Ее любовное отношение к Кришне называют камапрай, то есть как бы любовь. Как бы любовью гопи Кришны. Yeah. So we're hearing about another lady who was a devotee of Lord Krishna, and she met Lord Krishna in Mathura. И здесь мы прочитали еще об одной преданной Кришне, которая встретила его в Матхуре. She was a young woman. But her body was deformed. She had a hunchback. Это была молодая женщина, но ее тело было деформировано. У нее был горб. And she was employed grinding sandalwood to make sandalwood paste, and that sandalwood paste was meant for the pleasure of King Kamsa. И она занималась тем, что она делала сандаловую пасту, которая предназначалась для Камсы. So when Lord Krishna and Balarama came to Mathura at the invitation of Kamsa for the wrestling match, they were walking around the streets of Mathura and they met Kubja. И Господь Кришна и Господь Баларама прибыли в Матхуру по приглашению царя Камсы на бойцовское состязание, и они гуляли по улицам Матхуры. They met several people. They met Kamsa's laundry man, and they got some nice cloth from him after they killed him. И они встретили на улицах Матхуры на самом деле нескольких человек. Первого, кого они встретили, это прачка царя Камсы, и они позаимствовали у него одежду,
после того, как они его убили. So then they met Kubja, and she was so attracted to Lord Krishna that when she met Kubja, she wanted to give Krishna all the sandalwood, and she wanted to personally put the sandalwood body on sandalwood paste on Krishna's body. И когда они встретились с Кубжей, то Кубжа очень привлек Кришна очень привлек Кубжу, она захотела отдать ему всю сандаловую пасту, которая у нее была, захотела сама нанести сандаловую пасту на его тело. She wanted Lord Krishna to satisfy her lusty desires and to go to her whole home and to enjoy with her. И она хотела, чтобы Господь Кришна удовлетворил ее, ее вожделение, пришел к ней домой и доставил ей удовольствие. So, Lord Krishna, he was kind to this woman, and he, first of all, he stood on her toes, and then he pushed her up and straightened her back so that she was no longer deformed. И Господь Кришна был очень добр к этой женщине. Прежде всего, он подошел к ней и вытянул ее позвоночник, что ее тело перестало быть деформированным. So, of course, after Krishna did this, Kubja became quite an attractive woman, and she, her lusty desires increased even more to be with Krishna. И, конечно же, после того, как Кришна сделал это, Кубжа стала еще более привлекательной, и ее вожделение возросло еще больше. So, as mentioned here in the by Srila Prabhupada, this desire of Kubja was, it was almost mundane, it was almost of the material world, but just a little different. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии поясняет, что это желание Кубжи, оно было почти похожим на вожделение материального мира. Yeah, because somehow she was very attracted to Krishna, and she had this actual, she appreciated Lord Krishna in a manner which was a little different from the material world. И, конечно же, она очень, Кришна очень привлекала ее, она ценила Господа Кришна таким образом, который немного отличался от того, что мы имеем в материальном мире. So her love for Krishna is called Kama Priya. It's almost like the gopis, but not quite. И ее любовь к Кришне называют Kama Priya. То есть, как бы любовью гопи Кришне. The gopis, they have lusty desires, and Kubja, she has almost lusty desires. И у гопи было вожделение, а у Кубджи было почти вожделение. And sometimes we say the lust of the gopis is like gold, but the lust of Kubja is like iron. И иногда мы говорим, что вожделение гопи подобно золоту, а вожделение Кубджи подобно железу. So Kubja, of course, she's not on the level of the gopis, but still she's a devotee of Lord Krishna. Конечно, Кубджа не находится на том уровне, на котором находится гопи, но все же она преданная Кришне. And she wanted to offer herself for the pleasure of Krishna, and Lord Krishna accepted her. И она хотела предложить себя ради удовольствия Кришны, и Кришна принял ее. Okay, so we're going on. There's another chapter on spontaneous devotional service. We'll go on to chapter 16. Итак, мы переходим к следующей, к 16 главе, где продолжает описываться спонтанная преданность. Go ahead. Взаимоотношения. В отношении Кришны таких обитателей Вриндавана, как Нанда, Махараджа и Ешода, важно уметь различить совершенную трансцендентную концепцию родительских отношений с Кришной и Верховной Личностью Бога. По сути дела, никто не может стать отцом или матерью Кришны, но когда преданный испытывает к нему такие чувства, это называют любовью к Кришне в родительских отношениях с ним. Те же чувства питают к нему Кришне родственники Кришны в Двараке.
Итак, спонтанную любовь к Кришне проявляют как обитатели Двараки, принадлежащие к роду Вришни, так и жители Вриндавана. Спонтанная любовь к Кришне, проявляемая в Вришне и жителями Вриндавана, вечно живет в них. Обсуждать эту любовь на стадии регулируемого преданного служения нет необходимости, так как на более высокой ступени она должна развиться сама. Okay, so we're hearing about this love for Krishna in different relationships. Итак, здесь описывается любовь Кришны к Кришне в различных отношениях. And we're hearing particularly about the relationship of being a parent or being like a father or mother to Lord Krishna. И здесь описываются отношения с Кришной в качестве родителей Кришны, матери и отца. Now in Vrindavan, Krishna's father and mother are Nanda Maharaj and Mother Yashoda. И в Вриндаване отцом Кришны является Нанда Махарадж, а матерью Яшода. But when Krishna goes to Dwarka and Mathura, then his mother and father are Vasudev and Devaki. Но когда Кришна оказывается в Матхуре или в Двараке, то его матерью и отцом становятся Васудева и Деваки. Nanda and Yashoda, they're eternally Krishna's mother and father. Nanda и Yashoda – это вечные родители Кришны. And Vasudeva and Devaki, they did great austerities to get Krishna as their son, and they got the Lord as their son for three births. Но Васудева и Деваки, они совершали аскезы ради того, чтобы получить Кришну в свои сыновья, и они, и Кришна был их сыном в течение трех рождений. Right. Originally Vasudeva and Devaki were Prishni and Sutapa, and they did the austerities for a long time, eating only dry leaves from a tree, and the Lord agreed to come as their child for three births. И на самом деле Васудева и Деваки изначально были Пришни и Сутапой, которые совершали очень длительные аскезы. Они ели сухие листья, питались сухими листьями, и в конце концов Господь пришел к ним и согласился стать и их ребенком. So first birth, the Lord came as Prishni Tapa, Prishni Garba. И в первом своем рождении Господь пришел как Пришни Гарба. And then second birth, Vasudeva and Prishni and Sutapa became Aditi and Kashyapa, and the Lord came as Vamana Dev. И во втором своем рождении Пришни и Сутапа стали Дити и Кашьяпа, и Господь пришел как Вамана Дев. And then the third birth, Lord, they become Vasudeva and Devaki, and Lord Krishna comes as their child. И в третьем своем рождении они пришли как Васудева и Деваки, и Господь Кришна пришел как их ребенок. So being the mother and father of Krishna certainly means you have great love for Krishna. И чтобы быть родителями Кришны, это значит, что у этих людей есть великая любовь к нему. In the material world, even in the material world, you have a mother and father. Generally, mother and father, they love their children. И даже в материальном мире отец и мать любят своих детей. So, in the case of having Krishna as your child, certainly one must have love of Krishna. И в том случае, когда Кришна является чьим-то ребенком, то, конечно же, этот человек должен обладать любовью к Кришне. So we see that kind of when people have that love for their child, there's a natural feeling of love. It's very spontaneous that you want to take care and protect your child. И, конечно же, эта любовь к своему ребенку, она очень естественная, очень спонтанная. Вы хотите заботиться о своем ребенке. So Prabhupada explains how this kind of mood is there among the people of Dwarka, who saw Krishna as their
child, they thought of Krishna as a child, and also among the inhabitants of Vrindavan. People of Dwaraka? Yeah. И что Прабхупада описывает это настроение жителей Двараки, которые думали о Кришне как о ребенке, а также настроение жителей Вриндавана. Because Krishna appeared in the Vrishni dynasty, so the people of Dwarka, they're all in the, from the Vrishni dynasty, and so they think of Krishna as being their family member. И поскольку Кришна явился в династии Вришни, то жители Двараки, поскольку они принадлежали все к Вришни, то они думали о Кришне как о ребенке их рода. So they have great love for their family member, and they think Krishna is our family, so they have great love for him. И поскольку они все любили своих родственников, то они думали о Кришне как о члене своей семьи, поэтому у них была очень большая любовь к нему. And Krishna is eternal. Krishna doesn't die. So these people, they love Krishna eternally. И поскольку Кришна вечен, но не умирает, то у всех этих людей была вечная любовь к Кришне. But and if people are, well, Prabhupada explains it, if we're doing devotional service, just simply following the regulative principles, then the love is different. Но Шрила Прабхупада объясняет, что если мы занимаемся преданным служением только на основе регулирующих принципов, тогда наша любовь другая. Right. If you do everything just simply out of a sense of duty, then there's no real love there. Если вы делаете все только из чувства долга, то в этом нет истинной любви. So you have to consider at what stage you're performing one, at what stage one is practicing devotional service. Are we doing it spontaneously, out of pure love, or is it just because of the rules and regulations? И поэтому человек должен понять, на какой ступени он находится. На ступени спонтанности он делает все для Кришны из чистой любви, либо только на основе каких-то правил и предписаний. Yeah, is the devotee serving Krishna as a sense of duty, or do they do it out of sense of love? Служит ли преданный Кришне из чувства долга, либо из чувства любви? So we're talking this section in Raganuga Bhakti is about serving Krishna out of natural, spontaneous love. И то, что мы сейчас обсуждаем, спонтанная преданность, она исходит из естественного, спонтанного чувства любви. So to come to that level of love for Krishna, one has to be a little advanced. И чтобы выйти на этот уровень, человек должен быть достаточно продвинутым, достаточно возвышенным. And you don't get that advancement, you don't come to that level by just simply by neglecting the rules and regulations. We have to know the rules and regulations, and we have to follow them. И вы не можете выйти на этот уровень просто игнорируя правила и предписания. Нет, мы должны следовать им. But at the same time, we want to become more attached. We have this desire that we just want to serve Krishna and love Krishna. Но при этом мы хотим иметь большую привязанность. Мы хотим иметь желание служить Кришне, любить Кришну. So next section, we're going to hear about what is the qualification for taking up this kind of spontaneous devotional service. И далее мы будем читать о том, какой квалификацией должен обладать человек, чтобы заниматься спонтанным преданным служением. Go ahead. Тех, кто хочет следовать по стопам вечных преданных Господа, Вришни и обитатели Вриндавана называют рагонугами. Это означает, что они пытаются достичь совершенства, которым обладают эти преданные. Преданные, относящиеся к категории рагануги, не очень строго придерживаются регулирующих принципов преданного служения, но в них стихийно возникает привязанность к таким вечным преданным, как Нанда или Ишода, и желание следовать их примеру.
Стремление уподобиться какому-то определенному преданному развивается в человеке постепенно, и такую деятельность называют рагонугой. Okay, so Prabhupada is describing to us what is Raganuga. И здесь Шрила Прабхупада объясняет нам, что же такое Рагануга. And he describes that one has to have the ambition to follow and to become like another devotee who is engaged eternally in Krishna's pastimes. И он объясняет, что у человека должна быть цель, должно быть стремление стать как тот преданный, который принимает участие в играх Кришны. The inhabitants of Vrindavan, those people in Vrindavan, they're not doing Raganuga Bhakti, they're called Raganika devotees. They're doing Raganika Bhakti, natural, spontaneous, pure love and devotion. И обитатели Вриндавана, они называются не Раганугами, они называются Рагатниками. Те, которые обладают естественной, спонтанной любовью к Кришне. And if we want to come to that level, the process of coming to that level is doing Raganuga Bhakti. И если мы хотим подняться на этот уровень, то процесс достижения этой цели – это Рагануга Бхакти. Lord Chaitanya came to give everyone knowledge about this spontaneous, loving, devotional service. И Господь Читания пришел для того, чтобы дать всем эту спонтанную любовь к Кришне. Lord Chaitanya is not only teaching the Yuga Dharma, which is Harinam Sankirtan, he's also teaching about the importance of this Raganuga Bhakti, this spontaneous devotion. И Господь Читания пришел не только для того, чтобы дать миру святое имя Юга Дарму, но и для того, чтобы распространить эту спонтанную преданность. So the process is described that we should become attracted to a particular devotee who is an intimate associate of Lord Krishna in his pastime. И процесс заключается в том, чтобы привязаться к какому-то конкретному определенному преданному, который очень близок к Кришне в его играх. Somebody may be attracted to the cowherd boys, how they play with Krishna and how they enjoy together. Different cowherd boys like Subal and Sridham and Rishabhan. There are many cowherd boys all playing with Krishna. Кого-то, например, привлекают настроение мальчиков, пастушков, которые играют с Кришной. И, например, там было множество мальчиков-пастушков, например, Субал, Фрисудама или Вришабна. And then there's people like Mother Yashoda and Nanda Maharaj, and of course they're very much involved in taking care of Krishna, and they have many pastimes with Krishna. И также есть, например, матушка Ишода и Нанда Махараджи, они были очень близки с Кришной, у них и провели с ним много игр. And then there are, above them there are the gopis, and the head of the gopis is Srimati Radharani. There are many, many other thousands of gopis. И, конечно же, есть и гопи во главе со Шримати Радхарани, многие тысячи гопи. So we should, those who want to do Raganuga Bhakti, they should become inspired by a particular devotee. То есть тот, кто хочет заниматься Рагануга Бхакти, он должен черпать воодушевление от какого-то определенного конкретного преданного. Now you may also be inspired by a particular devotee in Lord Chaitanya's pastimes. Вы также можете черпать воодушевление от какого-то преданного, который принимал участие в играх Господа Чайтани. Because Lord Chaitanya also has pastimes in Vrindavan, he also went to Vrindavan
And we have the Goswamis also staying there in Vrindavan. So we can select one of the Goswamis if we like, and you can try to follow the example or the mood of the Goswamis. И поскольку Господь Чайтанья много времени проводил во Вриндаване, и также там были и Госвами, то мы можем черпать это воодушевление и брать за пример пример Госвами. Just like this book is written by Rupa Goswami, and Rupa Goswami, he is a direct disciple of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So externally, he is a disciple of Lord Chaitanya, and he follows all the principles of bhakti. Как эта книга написана Рупой Госвами, он был прямым учеником Господа Чайтаньи, и внешне, and externally he, what? He follows all the activities. И внешне он следовал всем правилам и предписаниям. These activities are described in the song The Goswami Astikam. И вся эта деятельность, она описана в баджане Госвами Аштаке. How he's constantly chanting the holy name and offering obeisances and circumambulating Govardhan Hill and wearing simply a loincloth and conquering, eating and sleeping. Описывается, как они повторяли святое имя и приносили свои поклоны, обходили Говардхан и победили, одержали победу над сном и сном и голодом. So we can meditate, one can meditate on the activities of the Goswami. И мы можем медитировать на деяния Госвами. And one, we can also practice like the Goswamis, chanting a lot and studying all the scriptures. И мы также можем заниматься той же практикой, которую делает Госвами, много повторять и изучать священные писания. And being very humble and offering respects to everyone. Быть очень смиренными и выражать и предлагать всем свои поклоны. This is the mood of the Goswamis. Таково настроение Госвами. So, externally, we can follow these activities. И внешне мы можем следовать их деяниям. And internally, we can meditate on their pastimes in Krishna Lila. А внутри мы можем медитировать на их деяния, на их участие в Кришна Лиле. Just like Rupa Goswami in Krishna Lila, he is Rupa Manjari. Например, Рупа Госвами в Кришна Лиле был Рупа Манджари. So he, Rupa Goswami, he meditates on his pastimes, his activities as Rupa Manjari. И поэтому Рупа Госвами медитировал на игры Господа, на его деяния как Рупа Манджари. So externally and internally we can also meditate on the activities of Rupa Manjari. И внешне и внутренне мы также можем So like this, you have to absorb the mind in thinking of the activities in Vrindavan on a spiritual world. И таким образом вы можете погружать свой ум в размышления о Вриндаване в духовном мире. So we should develop. One should not do this prematurely. Unless one is very advanced, you shouldn't try to do this. И человек не может это делать преждевременно. Он должен стать, он должен подняться для этого на достаточно высокий уровень. The first thing you have to do is strictly follow all the regulative principles. И первое, что вы
должны сделать это, строго следовать всем регулирующим принципам. And you have to do that for a long time. И вы должны делать это достаточно долгое время. And then, if in the course of doing that you become attracted to some eternal devotee, such as Nanda or Yashoda, then we can try to think about their activities. И если в процессе этого вы почувствуете, что вас влечет к какому-то определенному преданному, например, на такому как Нанда или Шода, и тогда вы можете медитировать на их деяния. Not that externally we have to become like them, but internally we meditate on them. То есть мы не внешне становимся, не внешне подражаем им, мы внутри себя думаем, медитируем на них. So it's a very, this is something, now some people say that all, some people may say that ISKCON devotees are not very advanced, but some other people say that ISKCON devotees are all Raganuga Bhaktas. Некоторые могут сказать, что все преданные ИСККОН не такие уж и возвышенные, но другие могут сказать, что все преданные ИСККОН являются Рагануга Бхактами. It's all based on how carefully we do our hearing and chanting. Это все зависит от того, насколько мы внимательно слушаем и воспеваем. So this is important. Raganuga Bhakti means you very carefully, very intensely concentrate on hearing and chanting. То есть Рагануга Бхакти обозначает, что вы очень сильно сконцентрированы на слушании и воспевании. All right, so we're going to stop here today. Сегодня мы здесь остановимся. We'll take some questions. Есть ли какие-то вопросы? Дорогие преданные, есть ли какие-то вопросы? Да, Юна Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, дорогие преданные, Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны со славой Шрили Прабхупаде. Можно ли предаться Гуру с мотивом разрешить свои материальные проблемы? То есть, возможно ли настоящее полное предание с таким мотивом? Или же такая мотивация не позволит предаться? Можно задать вопрос по-другому. Тот, кто надеется найти счастье в материальном мире, не может предаться духовному учителю? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Is it possible to surrender to Guru with a motive to solve one's material problems? Is it possible to have a real, complete surrender with such a motive? Or will such motivation not allow you to surrender? We can paraphrase this question. Can one who hopes to find happiness in the material world surrender to a spiritual master? Well, that's not the real purpose of surrendering to the spiritual master. If you're thinking to find happiness in the material world, then your reasoning is not good. Если вы пытаетесь найти счастье в материальном мире, то это не совсем хорошая мотивация, чтобы предаться духовному учителю. Rather, when you come to the spiritual master, you should understand that there is no happiness really in the material world. Когда вы приходите к духовному учителю, вы должны понимать, что в материальном мире нет счастья. You should come to the spiritual master to
to turn against the material world, to declare war on the material energy. И вы должны прийти к духовному учителю в готовности отвернуться от материального мира и объявить войну материальной энергии. You come to the spiritual master with material desires. The spiritual master may be merciful. He may accept you and try to purify you, try to get rid of your material desires, or hope that in the course of time you will give up your material desires. И когда вы приходите к духовному учителю, он может милостиво принять вас, попытаться освободить вас от материальных желаний, либо с течением времени вы сами сможете освободиться от них. Now we see Dhruva Maharaj going into the forest, and Narada Muni came to him, and Narada Muni, he instructed him, he told him what to do, and he knew Dhruva Maharaj was going into the forest with material desires, but Narada Muni gave him instruction. Например, как Друва Махарадж отправился в лес, имея материальные желания, но туда пришел Нарада Муни и дал ему свои наставления с тем, чтобы избавить его от этих желаний. Then by the grace of Narada Muni's instruction, Druva Maharaj was able to fulfill his material desires. И благодаря милости наставлений Нарады Муни, Друва Махарадж смог исполнить свои материальные желания. But Druva Maharaj also regretted that he had these material desires. He had become so purified by the instructions of Narada Muni that these material desires had become insignificant. И, но в то же самое время Друва Махарадж очень сожалел о том, что у него были такие желания, поскольку благодаря тому, что наставления Нарады Муни очистили его сердце, все эти материальные желания стали незначительными. So we have to understand the nature of material desire, that it's material, it's temporary, it's not going to give you eternal happiness. Мы должны понимать природу материальных желаний. Они материальные, они временные, и они никогда не дадут вам счастья. You'll get happiness for some time, but then it will go, it will be finished, there will be no more happiness. Вы испытываете счастье какое-то время, но потом все это уходит, и счастья уже нет. And when you lose your material happiness, then you will lament that you've lost everything. Но когда вы теряете свое материальное счастье, вы начинаете скорбеть о своей потере. So the spiritual master will give instruction and guidance to help a person give up these material desires and realize the temporary nature of the material world. И духовный учитель дает человеку наставление о том, как избавиться от этих материальных желаний и понять временную природу материального мира. You want to fulfill your material desires? Вы хотите исполнить свои материальные желания? Then you're not very intelligent. Тогда вы не очень разумны. So you have to understand that coming to Krishna, although we say you should, even you have all material desires, we should worship Krishna. Yes, it's true. You have a lot of material, you should worship Krishna. И если у вас есть материальные желания, вы должны поклоняться Кришне. Да, это правда. But it's not the business of the spiritual master to satisfy your material desires. Но духовный учитель не должен удовлетворять ваши материальные желания. Это не его дело. The business of the spiritual master is to purify your material desires. И задача духовного учителя – очистить ваши материальные желания.
if you don't want to get purified, then maybe the spiritual master doesn't want to be bothered with you. Если вы не хотите очиститься, то, возможно, духовный учитель тогда не захочет беспокоиться о вас. Spiritual master's business is to take people back to Godhead, to take them back to Krishna, to get them out of the material world. И задача духовного учителя вернуть людей обратно в духовный мир Кришне, вытащить их из материального мира. But you just want to enjoy the material world, so spiritual masters not so much interested. Но если вы просто хотите наслаждаться материальным миром, то духовный учитель в этом не заинтересован. But he knows that maybe with some time the devotee's material desires can be purified by good association, by good instruction. Но он знает, что с течением времени, возможно, желание, материальное желание преданного очистится благодаря хорошему общению и правильным наставлениям. Okay. Next question. Yeah. Лена Миронова, Матриджи, ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо большое. Харе Кришна. Ваше святейшество, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. В материальном мире отношения с родными, ну и другими людьми, они, как правило, ну, совсем не похожи на те отношения, которые говорится в старой преданности, и, как правило, не способствуют развитию преданного служения. Вот как себе развивать отношения, состояние, вернее, рагануги, находясь в этих отношениях? Как, возможно, изменить себя, настроить эти отношения, чтобы они способствовали преданному служению? Hare Krishna, Your Holiness and dear devotees, please accept my humble obeisances. In the material world, relationships with relatives and other people as a rule do not contribute to the development of devotional service in any way. How to develop the state of Raganuga while being in these relationships? How these relationships be just so that they promote devotional service. The nectar of devotional says about attachment to such eternal devotees as Nanda or Yashoda, and at the moment I feel attached to Srila Prabhupada. Can I continue to develop this particular attachment? Thank you. Yes, you can continue to develop your attachment for Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is also a resident of Vrindavan. Да, вы можете развивать свою привязанность к Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада также является жителем Вриндавана. So your understanding is very nice. You just keep an attachment to Srila Prabhupada and you will get all perfection. Да, ваше понимание очень хорошее, и просто продолжайте развивать свою привязанность к Шриле Прабхупаде, и вы таким образом вы достигнете совершенства. Шрила Прабхупада used to say, Vrindavan is my home. So he had his home in Vrindavan, and if we are attached to Prabhupada, we will be at home, we will also be in Vrindavan with Prabhupada. Шрила Прабхупада говорил, мой дом Вриндаван. Таким образом, если мы развиваем привязанность к Шриле Прабхупаде, то мы также оказываемся рядом с ним во Вриндаване. So that's very, very nice understanding. You just be attached to Prabhupada. Поэтому это очень-очень хорошее понимание, просто быть привязанным к Прабхупаде. And at the same time, we have to concentrate on very carefully hearing and chanting. И в то же самое время мы должны быть очень внимательно сосредоточены на слушании и воспевании. Raga Nuga Bhakti is based on these activities of hearing and chanting. Raga Nuga Bhakti основывается на этой деятельности слушания и воспевания. So you want to really
try very hard to chant very nicely and to hear very carefully. И поэтому вы очень должны стараться, чтобы внимательно воспевать и внимательно слушать. So we pray that you will do that. You simply hear and chant and meditate on Srila Prabhupada and remember Prabhupada's pastimes, especially in Vrindavan. И поэтому молимся о том, чтобы вы помнили об играх Шрилы Прабхупады, особенно во Вриндаване, и внимательно слушали и воспевали. And in this way you can get great spiritual advancement. И в таком случае вы можете достичь духовного продвижения. Mm-hmm. Okay. Yeah. Did I answer everything? Есть ли еще вопросы? Ну, получилось, что на первый вопрос Махарадж не ответил, потому что вопросы были заданы подряд. Как развить состояние Рагануги, находясь в этих отношениях? Может быть, не Рагануги, но преданное. Как сделать так, чтобы преданное служение не спотыкалось об эти отношения? Да? Как себя правильно вести, ну и чтобы, может быть, правильно, как правильно медитировать на отношения с Господом, находясь в этих отношениях. And the first part of the question, how to behave properly or meditate properly on Krishna while you are just in relationships with relatives or other people which are around you. Well, of course you do your sadhana. You have to do a morning, some kind of morning program where you do your hearing and chanting every day. У вас должна быть какая-то утренняя садхана, то есть программа, утренняя программа, когда вы каждый день слушаете и воспеваете. Just like in the temple, what do? We do arti, and then we do japa, and tosi puja, and guru puja. We do these things. You do a whole morning program. You spend several hours like this, and this helps us to think of Krishna every day. Например, как в храме у нас есть арати, джапа, гуру, пуджа и так далее, да, то есть утренняя программа, то же самое вы можете делать каждый день у себя дома. Prabhupada didn't live in the temple. Prabhupada lived with his family. Prabhupada не жил в храме, он жил в семье. And his family were not so much interested in devotional service. И в семье не слишком-то были заинтересованы в преданном служении. But it didn't stop Prabhupada. Но это Прабхупаду не останавливало. So we are telling you, you can do it. You just have to make sure you get time to do chanting and reading. You know, it's not that you spend the whole day just with the family. You have to spend some time with Krishna, where you're able to chant the name and to read the books. И мы говорим вам, что вы можете это делать, вы не обязаны весь день проводить со своей семьей, а вы должны какое-то время уделять Кришне, чтобы повторять твое имя и читать книги. Now hopefully the family, they'll go out to work, they go to school. I don't know, are you working? И к большому счастью, и я надеюсь, что семья, да, члены семьи, они как-то ходят на работу, либо в школу, да, вы работаете? Нет, я не работаю. Ну, я на себя работаю. I'm just working on myself. Okay, so that means you get time. You get time to chant and read. То есть это значит, что у вас есть время, чтобы воспевать и читать. So let them go out, and when they're out, then you focus on your sadhana. Поэтому как только они уходят, концентрируйтесь на своей садхане. Work on yourself. That's self-realization.
Работайте над собой, это и есть самореализация. You understand? Вот это понятно, да? Да, конечно. Спасибо большое. Yes, of course. Thank you very much. Okay. Есть ли еще вопросы, дорогие преданные? Да, Харе Кришна, Матаджи Татьяна, у меня не печатается, не отправляется. Будьте добры, можно вслух задать? Хорошо. У меня два вопроса вот по лекции. Первый вопрос такой. Если не бежишь на преданное служение, на харинаму, вот прям с такой решимостью, это что значит? Чего не хватает? Знаний, что это важно, или чего не хватает, если ты не бежишь прям вот, не бежишь на преданное служение? Такой вопрос. The question is, if you're just, you're not running for devotional service, not running for Harinam, for example, what is missing? You're missing Harinam. You're missing devotional service. Вам не хватает харинамы и преданного служения. You need to get some харинам санкиртан. Вам нужна харинама санкиртан. How will you get a taste for the name? How will you get any taste for the name if you don't join санкиртан? Как вы получите вкус к святому имени, если вы не присоединяетесь к санкиртане? If you're not taking up devotional service, how will you purify the heart? Если вы не занимаетесь преданным служением, то как вы очистите свое сердце? So you have to be very careful to do these things. You want to try to get time some to go. Not every day, but sometimes you want to go for Harinam Sankirtan. И поэтому вы должны уделять этому какое-то время, конечно, может быть, не каждый день, но иногда вы должны ходить на харинаму санкиртану. You do want to have some devotional service. You need to do something for Krishna. Если вы хотите делать какое-то преданное служение, то вы должны делать что-то для Кришны. What are you doing for Krishna? Do you make some flower garlands for the deities? That's a service for Krishna. И что такое служение Кришне, если вы делаете какие-то гирлянды для божества, это и есть служение Кришне. Sometimes you make some sweets for Krishna, distribute sweets. Если, допустим, у вас есть какие-то сладости для Кришны, идите и распространяйте сладости. If you're not going to do devotional service, how are you going to advance? И если вы не занимаетесь преданным служением, то как вы собираетесь развиваться? So we should be eager for these things. Мы должны желать все эти вещи. Yeah. Матаджи? Ответ на ваш вопрос прозвучал, да? Да, да. Спасибо большое. Я забыла сказать Харе Кришна и примите мои смиренные поклоны. Что-то переволновалась. Yes, thank you very much. Please accept my humble obeisances. Я вот хотела второй вопрос задать по поводу истории про Кубджу. Я знаю, что каждая лила Кришны несет в себе какие-то благословения. Какие благословения для нас несет история про Кубджу? Спасибо. Just according to the Kubja Lila, and I know that every Lila just has its own blessings to us. What's the blessing of this story about Kubja? Well, what can we say? We could say Krishna is attracted, is pleased by the loving devotion that the Kubja, she offered the sandalwood paste, although it was all meant for Kamsa, but she was ready to offer it to Krishna.
И здесь мы можем сказать, что Кришна привлекается любовным, любящими отношениями. И здесь, в истории, Уджа дает Кришне всю сандаловую пасту, которая предназначалась для Камса. And although she had material desires, she wanted to enjoy with Krishna, Krishna satisfied her material desires. И хотя она хотела, имела материальные желания, она хотела наслаждаться Кришной, Кришна, тем не менее, удовлетворил ее желания. So, we see Krishna can also satisfy the material desires of someone. But material desires are never satisfied. What happened after she's satisfied by Krishna? We don't know. We don't know what happened to Kubja after Krishna left. While he was there, he went to her house and he satisfied her. But then what happens after that? Then she has material, she still has the burning lust in her heart. How does she satisfy herself? И мы не знаем, да, Кришна удовлетворяет, может удовлетворять наши материальные желания, но мы не знаем, что происходит после этого. Например, когда Кришна пришел в дом Кубджи и удовлетворил ее желание, то мы не знаем, что произошло потом, после того, как он ушел. Ведь в ее сердце все еще горело это вожделение. Что же было потом, что она с этим делала? Of course, it may be that just by Krishna satisfying her, that she's fully satisfied, she doesn't want anything more. Возможно, после того, как Кришна удовлетворил все ее желания, то она была полностью, абсолютно этим довольна, и больше она ничего не хотела. That is the absolute nature of devotional service. That you get devotional service, you don't want anything else. Это абсолютная природа преданного служения. Когда вы занимаетесь преданным служением, вы больше ничего не хотите. So she has her memories of giving her pure love to giving her love to Krishna. И поэтому у нее остались ее воспоминания, как она отдала свою чистую любовь Кришне. Okay. Yes. Next question, yeah? Yeah. Валентина Матаджи вашего, Юна Матаджи ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Ну вот это в продолжении моего предыдущего вопроса, просто уточнения такие. Вот первое. Некоторые преданные годами не могут предаться духовному учителю. Получается, что они еще надеются найти какую-то ценность в этом мире. По одному, наверное, да? Будет спрашивать. There are two questions. The first one is some devotees cannot surrender to the spiritual master for years. It turns out that they still hope to find some value in this world. Yeah. So. Да, это так. Is that a question? Yes, it is a question. What's the question? So some devotees cannot surrender to the spiritual master for years. So does it mean that they still hope to find some value in this world? Yes, definitely. That's the problem. They're holding on to the material desires. They don't want to surrender. They don't want to take shelter of Krishna consciousness. Да, и в этом и причина, что они полны материальных желаний и не хотят предаваться духовному учителю, не хотят погружаться в сознание Кришны. You don't want to surrender to the spiritual master. Remember, the surrender to the spiritual master, you can surrender to any spiritual master. Everybody has their own choice. And we encourage everyone to surrender to Prabhupada. In the beginning. И, конечно же, у всех есть выбор, и каждый может предаться любому духовному учителю, но в самом начале мы рекомендуем предаться прежде всего Шриле Прабхупаде.
you take shelter of Srila Prabhupada, and that will help you to have more confidence in the surrender process. Передайте Шриле Прабхупаде, и это поможет вам обрести большую уверенность в процессе предания. If you don't surrender to the Guru or Prabhupada, you surrender to the material world, you surrender to Maya, you surrender to old age and disease and death. Если вы не предаетесь Гуру или духовному учителю Шри Прабхупаде, то вы тогда предаетесь материальному миру, старости, болезням. You have to surrender somewhere. You're going to surrender, either you're going to surrender willingly or by force. То есть, либо вы предадитесь добровольно, либо по принуждению. You're forced to surrender to old age. You don't like to become old, but you become old. You don't like disease, but you get disease. You don't like to die, but you're going to die. You have to surrender to these things. И вас заставят предаться старости, болезням и смерти, хотя вы этого не хотите. But you surrender to Krishna and Krishna's devotees, and then you have no more old age disease. You get free from birth and death. Но если вы предаетесь Кришне, Его преданным, то тогда вы освобождаетесь от старости и болезней. Вы становитесь свободным. So you choose where you want to surrender. Поэтому выбор за вами, кому вы предаетесь. Mm-hmm. And the second question is, второй вопрос, пожалуйста, Матаджа. Да, и второй вопрос. А если у преданного нет конкретных материальных желаний, получается, что он уже готов предаться Богу? And if a devotee has no special material desires, so does it mean that he is ready to surrender to the Guru? Not necessarily. Не обязательно. They have to want to actually cultivate their spiritual life. Они должны хотеть на самом деле развивать свою духовную жизнь. So they have no material desires. There has to be some desire. You cannot be without desire. The nature of the mind is to have desire. There's going to be some desire. If there may be no desire for some time, again, then desire will come in the mind. You cannot be without desire. И природа ума такова, что он не может жить без желаний. Да, какое-то время у вас не может быть каких-то определенных конкретных желаний, но затем по прошествии какого-то времени желание появится. Ум не может жить без желаний. So you have to have the, we want to develop the desire to get out of the material world and to develop a relationship with Krishna. И таким образом мы должны развить в себе желание выбраться из материального мира и развить отношения с Кришной. Yeah, okay. Next question. Yeah. Следующий вопрос из чата. Харе Кришна, примите мои поклоны, вся слава Прабхупаде. У меня возникли противоречия в уме. Настроение предания — это шикшаштака, а настроение пастушков — они взбирались на плечи Господа, могли его как-то пожурить или наказать. Как смиренный слуга разобьет такие отношения? Харе Кришна, please accept my humble blessings, his glories to Srila Prabhupada. I have some contradictions in my mind. The mood of devotional, it's shikshashtaka. And the mood, and what is the mood of just cowherd boys? They climbed on the shoulders of the Lord. They could somehow punish him or just
just to quarrel with him or something else, just how just will a humble servant develop such a relationship? Well, when they do these things, they do it for the pleasure of Krishna. Когда они делают все эти вещи, они делают это ради удовлетворения Господа. You have to understand these cowherd boys have performed pious activities over many lifetimes. Вы должны понимать, что эти мальчики-пастушки совершали благочестивую деятельность множество жизней. And when we say pious activities, we don't just mean pious activities of the material world. И когда мы говорим благочестивая деятельность, мы не имеем в виду благочестивую деятельность материального мира. But we mean pious activities which have helped them to cultivate Krishna consciousness. Мы имеем в виду ту благочестивую деятельность, которая помогла им развить сознание Кришны. So everything they do, all the playing and fighting, is all for the pleasure of Krishna. И все, что они делали, все их игры или какие-то там сражения, то они все делали это ради удовлетворения Господа. Their life is surrendered to Krishna. Их жизнь отдана Кришне. Yes. Go ahead. Next question, Александр, пожалуйста, ваш вопрос. Is what is going first? One should have the desire to serve Krishna, to surrender to Krishna, and then he should find out the guru who will teach him how to do this. Or first he should find out a guru, and then guru will teach him to develop this desire to surrender to Krishna. Well, it will be different for different people. Sometimes the guru will come first, and sometimes the desire to surrender to Krishna will come first. It's not the same for everyone. Эта ситуация, она не одинакова для всех. То есть для кого-то гуру может прийти первым, а для кого у кого-то это желание предания Кришне сначала может возникнуть. But there has to be. Просто читал много. Я читал биографии многих духовных учителей, и почти все они, как только они увидели Прабхупаду, то ли у них уже вот это желание служить Кришне давно жило в сердце, и только увидели Прабхупаду, они как бы сразу приняли его, сразу восхитились его личностью, и как бы это стало решающим фактором вот в их жизни, то, что Кришна пришел их в жизнь. То есть, как я понял, что без духовного учителя это желание, по крайней мере, у меня никак не появляется. То есть, он, по крайней мере, слушает, не занимается какой-то деятельностью около духовности.
I've read biographies of many spiritual masters and of many devotees, and they just, it's written that they already have this desire to serve Krishna, but when they saw Srila Prabhupada, they immediately accepted him, and this desire to serve Krishna became even more. So as far as I understand, I cannot to develop such a desire to surrender to Krishna, to serve to Krishna by myself. I need a guru. Well, of course. Am I right? Of course, yeah, definitely. Да, конечно. You need the guru. Everybody needs a guru. Вам нужен гуру. Каждому нужен гуру. Even Krishna took a guru to teach us. Даже у Кришны был учитель, и таким образом он учил нас, подавал пример. So yes, by the mercy of the spiritual master, you get the mercy of Krishna. So certainly you need the guru. Конечно же, по милости духовного учителя вы обретаете милость Кришны, и вам, конечно же, нужен духовный учитель. We're not going to get the mercy of Krishna just by our own efforts. Мы не можем получить милость Кришны только благодаря своим собственным усилиям. But if Krishna's devotee will recommend us, then Krishna will listen. Но только если преданный Кришне порекомендует нас, только тогда Кришна будет слушать. So we're telling you, you have to get devoted, you can be devoted to Prabhupada, you can be attached to Prabhupada. And if Prabhupada recommends you to Krishna, then Krishna will accept you. И, как я уже говорил, вы можете быть преданным Шри Прабхупаде, вы можете быть его преданным, и тогда Шри Прабхупада рекомендует вас Кришне. Окей, okay. Yeah. Валентина Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Я хотела уточнить вот этот предыдущий вопрос. Правильно ли я поняла, что служение — это любовь? Когда любишь, ты развита для Кришны, для его удовлетворения. Ну, то есть можно проявлять настроение слуги, матери, друга, возлюбленного. Или это как-то вот ограничено какой-то одним настроением. Просто читаешь, когда с преданными священные писания, и истории эти все привлекают в любом настроении, ну, то есть в любом настроении преданности, любви и взаимоотношений, любовь. Как это для начинающего преданного? Хочет развить любовь, конечно. Должен ли он как бы следовать за всеми, если ему нравятся истории, да, там настроение слуг, матери, друзей, да, или возлюбленного, либо ему нужно выбрать что-то одно, вы это имели в виду? Вот да, да, то есть или быть разным для Кришны, то есть если ты служишь, то в разных настроениях, потому что они привлекают все. Либо что-то одно выбрать. Да? Да, да. Did I understand correctly that service is love? And when do you serve to Krishna to satisfy him, you just can, you may be in different moods. For example, on the one time you may be in the mood of the servant, on another time like mother, on the other time in the mood of a friend, and on the other time in the mood of the lover, or you should just choose only one mood and just serve to Krishna in this only one mood? Well, at our stage, remember, we're all neophyte devotees, we want to cultivate the mood of being the servant. И на нашем уровне мы должны помнить о том, что мы преданные неофиты, и нашему настроению, этому настроению слуги. And that mood of being the servant is there in all the different rasas.
И это умонастроение слуги, оно присутствует во всех разных, во всех других расах. Krishna's friends, Krishna's parents, Krishna's lovers, they're all servants of Krishna. Друзья Кришны, родители Кришны, возлюбленные Кришны, они все его слуги. So first follow all the rules and regulations, and then think about these things. И сначала следуйте, прежде всего следуйте всем правилам, предписаниям, а уже потом будете думать о всех этих вещах. Don't be thinking about such elevated things at this point. Mm-hmm. We're not just try and be a servant of Krishna. Не думайте о всех этих возвышенных вещах, просто пытайтесь быть слугой Кришны. Then when you're qualified for something more, Krishna will arrange it. И если вы обретете квалификацию для чего-то большего, то Кришна все устроит. Yeah. Thank you very much. Есть ли еще вопросы, дорогие преданные? Я бы хотела задать, если можно, Матыча. Да, Матыча. Вот, извините, что я не могу написать. Вот в лекции сказал Гуру Махарадж, что истинная любовь в духовном мире, и нам можно кому-то привязаться, медитировать вот на мальчиков-пастушков, например, или на Шрилу Прабхупаду, и тогда мы сможем развить любовь. Развить любовь. А, правильно я понимаю, что вот на моем уровне сейчас для меня настоящая любовь — это любовь, ну, как к духовному учителю и любовь духовного учителя ко мне, потому что духовный учитель, он видит душу. И получается, что в нашем мире истинная любовь — это возможно только у духовного учителя, как своим ученикам, Хари Кришна. То есть истинная любовь духовного учителя к своим ученикам. Да, да. Вот, и нужно медитировать именно на духовного учителя, если вот любви не хватает. И... А пока что медитировать там на мальчиков, пастушков, ну, наверное, это не мой уровень. Или на гопи, там, не мой уровень тоже. You said that true love is only in the spiritual world, and we should attach to someone, to some devotee, and some devotee to develop this love to Krishna. And I understand correctly that on my level, I should attach to spiritual master, because only spiritual master have true love to his disciples. And I should meditate on the spiritual master if I want to develop this love to Krishna. Yes, we hope that's true. Да. Я надеюсь, это правда. You have to meditate on Srila Prabhupada. He is the spiritual master of all the devotees, and he is the resident of Vrindavan. Вы должны медитировать на Шрилу Прабхупаду. Он духовный учитель всех преданных, и он обитатель Вриндавана. Right? He is your ultimate spiritual master, your guide. Он ваш духовный учитель, ваш истинный, да, окончательный, что ли, духовный учитель, изначальный духовный учитель, он ваш духовный наставник, гид. Right. Of course, he's not going to give you initiation. You still have to get initiation. Конечно же, он не даст вам посвящение, и вам все еще нужно это будет сделать. And the purpose of initiation is to connect you more closely to Prabhupada. И цель инициации состоит в том, чтобы еще теснее связать вас со Шрилой Прабхупадой. So you develop your love for Srila Prabhupada. С тем, чтобы вы развили свою любовь к Шриле Прабхупаде. Okay. Хорошо.
Есть ли еще какие-то вопросы? Haribo? No more questions? No more questions? Yeah. Okay, so we finish here? Здесь мы остановимся. So we thank all the devotees for their questions and for participating and hearing. Спасибо всем преданным за вопросы, за участие, за слушание. My thanks to Tatyana for her translation. And my, thank you, Guru Maharaj, for the opportunity to serve you. And my prayers for all of you. Stay healthy and stay safe in Krishna consciousness. И примите все мои молитвы о том, что и забуду молитвы о вас, о вашем здоровье. And please pray for all of us here in Mayapur that we will all be safe and healthy in all of this coronavirus. И пожалуйста, молитесь о нас, обо всех тех, кто остался здесь в Майпуре, чтобы у нас была защита от этого коронавируса. And we pray that we can all go on together in Krishna consciousness. И я молюсь о том, чтобы мы все вместе дальше продолжали быть в сознании Кришны. So thank you very much, Srila Prabhupada Ki. Jai. Всем спасибо большое. Jai. 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 Jai.